Завершая, хотелось бы напомнить вам одну замечательную историю, как одна женщина великим постом, читая Священное Писание пророка Малахии, а я советую вам почитать и Новый Завет, и Ветхий Завет, поразмышлять об этом. Пусть у вас появится за время изоляции больше вопросов, которые вы потом принесете нам, а мы с вами вместе будем отвечать на них. Вот читая Ветхий Завет, у одной женщины появилась большая проблема с пониманием текстов. И вот она приткнулась на словах «и сядет переплавлять и очищать серебро». Это третья глава 3 стиха книги пророка Малахии. Это ветхозаветное писание. И как это понять? Вот очень хорошо, отвлекаясь от текста, подумать, поразмышлять, а как это сядет переплавлять, очищать серебро. И вот она решила, а ей как раз нужно было сходить к ювелиру, посмотреть, как он это делает. Она подошла к нему и смотрит, ювелир работает, она, не делая вида, не отвлекая его от своих трудов, решила понаблюдать за тем, что он делает. А он берет прям такой кусок серебра, причем он очень выглядит как ржавое железо, потом разогревает специальным паяльничком, и оно начинает потихонечку очищаться. Оно очищается, очищается. И вот она решила у него спросить, а вот я как раз прочитала, что сядет, Бог сядет очищать нас, людей, от примеси, от всякой нечистоты, как переплавляет ювелир серебро. И она наблюдает и как бы спросила, до каких пор вы держите над огнем вот этот кусок серебра? И он посмотрел на нее и сказал, до тех пор, пока чистится. Больше того, я должен смотреть непрестанно, пока не очистится и не приобретет должного вида. А какого это должного вида должно быть принято в виде серебра? И тогда обернулся на нее ювелир, немножко улыбнулся и сказать, я должен держать до того, пока оно чистится до той степени, когда я увижу в нем свое отражение. И вот тогда эта женщина поняла, вот оказывается Бог, как сядет переплавлять и очищать каждого из нас, что означают эти слова пророка, до той поры, выжигая из нас, удаляя из нас всякую скверну, всякую греховную страсть, пока не увидит в нас, как в этом куске серебра, свое отражение. Ведь каждый из нас по образу и подобию Бога сотворен.